На Псалом 43. Начальнику хора учение сынов Кореевых. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал в одни их, в одни древние». Этот псалом, хотя произносит пророк Давид, но произносит не от собственного лица, а от лица Маккавеев, предвозвещая и изъясняя имевшее быть в их время. Таковы пророки. Они созерцают все времена, прошедшие, настоящие и будущие. Но необходимо наперед сказать, кто были Маккавеи, что они потерпели и что совершили, дабы яснее было содержание сказанного. Когда Антиох, прозванный Эпифаном, напал на иудеев, разрушил все и многих из них принудил отступить от отеческих обычаев, эти Маккавеи остались непреклонными среди таких искушений. И когда началась жестокая война, они, не будучи в состоянии ничего сделать, скрылись. Так поступали и апостолы. Они не всегда открыто шли на опасности, но иногда и уклонялись, убегали и скрывались. Когда же они несколько ободрились, а то как мужественные львы, вставшие из пещер и вышедшие из убежищ, решились спасти не только себя самих, но и других, сколько могли. Обходя отечественный город и всю страну, они собирали всех, кого находили еще в здравом состоянии. Но многих из пострадавших и развращенных обращали, убеждая возвратиться к отеческому закону. «Бог человека любив», — говорили они, — «и никогда не лишает спасения за покаяние». Возвещая это, они собрали войско из храбрых мужей. Они сражались не за жен детей слуг или за разрушение и порабощение отечества, но за законы отеческие обычаи. Потому предводительствовал ими Бог. Таким образом, вступив в борьбу и жертвуя собственной жизнью, они прогоняли врагов, надеясь не на оружие, но вместо всякого оружия, находя достаточную силу в самом побуждении к борьбе. Отправляясь на войну, они не прибегали к шуткам и не пели песен, как делают некоторые, и не имели при себе игроков на музыкальных инструментах, как бывает при других войсках, но молили Всевышнего Бога быть и соратовать с ними, и простирать им руку помощи, Бога, за которого и вели они войну, за славу которого и подвязались. Посмотрим же, что говорит это воинство Божие, ограждаемое духовным заступлением, намереваясь идти против врагов. «Боже, мы слышали ушами нашими, отцы наши рассказывали нам о деле». Так как некоторые из принадлежавших к их ополчению, видя многочисленность и стройность Антиохова войска, и то, как оно побеждало и овладевало всем при первом набеге, и представляя собственную слабость и малочисленность, впали в малодушие и изнеможение, то пророк, желая ободрить их дух и внушить, что все зависит от водительства Божия, и что при его содействии можно и без войска одержать победу, под видом молитвы предлагает воинам некоторое увещание и наставление, и своим собеседованием с Богом возбуждает ревность в них. А это немало доставляло утешение. Не столько силы имели бы слова, обращенные к ним, сколько обращенные к Богу. Поэтому он далее и говорит: «Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их». Этим он воодушевляет тех, которые имели слабое расположение к подвигам и надеялись достигнуть победы человеческими средствами. Итак, вся эта молитва есть ободрение воинам, внушающее возложить все на Бога и искать победы в надежде на Него. Почему он не сказал просто «услышали», но «услышали ушами нашими»? Разве можно слышать каким-нибудь другим членом тела? Не излишни ли эти слова? Нет, так люди обыкновенно поступают, когда они рассказывают что-нибудь такое, в чем сами вполне убеждены, и рассказывают что-нибудь важное, необычайное людям, еще не вполне убежденным, то всегда указывают на свои уши и говорят: «Мы слышали собственными ушами». И не в этом только случае, но и в других мы обыкновенно так же поступаем, призывая во свидетели самые чувства. Таким образом, когда ссылается на свои уши, то делает это для уверения слушателей. То же и мы делаем в отношении к глазам и рукам, когда, например, говорим: «Мы осязали своими руками». Так и апостолы говорили, что видели очи наши, что осязали руки наши. Но посмотри на добродетель Маккавеев, открывшуюся и здесь,
самом начале. Претерпев столько тяжких бедствий для Бога, лишившись отечества и свободы, подвергшись опасностям, а некоторые из них сделавшись даже беглецами, скитавшимися по горам и пустыням, они не указывают теперь ни на что подобное, не говорят: «Мы потерпели для тебя то и то, помоги нам». Но как бы не имея никаких прав и не полагаясь на собственные добродетели, обращаются к благодеяниям, оказанным от Бога предкам их. Нисколько не было бы удивительно, если бы так поступили люди, не имеющие дерзновения, которых необходимость заставляет делать это. Но когда те, которые могли бы сказать многое о своих добродетелях, ищут спасение не от них, а от человеколюбия Божия, которого удостоились и отцы их, то это знак великого их смиренно-мудрия. В этом они находили и для самих себя немалое побуждение к мужеству, потому что даже одно имя Божие может прекратить бесчисленные войны. 166. «Отцы наши возвестили нам». Послушайте вы, которые не родите о своих детях, позволяете им петь дьявольские песни и не занимаетесь божественными повествованиями. Не таковы были древние, но они постоянно проводили жизнь в повествовании о делах Божиих и приносили двоякую пользу. Получавшие благодеяние, вспоминая об этих благодеяниях, делались лучшими. А потомки их находили в таких повествованиях немало предметов богопознания и возбуждали в себе ревность к добродетели. Уста родителей служили для них книгою, и всякое занятие, всякая беседа сопровождалась этими повествованиями, приятнее и полезнее которых ничего не было. В самом деле, если простые рассказы о событиях, басни и вымыслы часто бывают поучительны для слушателей, то тем более эти повествования, объясняющие великую благодетельность, силу, премудрость, промышление Божие, вместе с удовольствием доставляли слушателю ободрение и делали его ревностнейшим. Те, которые присутствовали при событиях и воспринимали их посредством зрения, передавали их другим посредством слуха. И таким образом слух не менее зрения способствовал к вере. Не присутствовавшие и не видевшие веровали не менее тех, которые присутствовали и видели. Это самое служило для них немалым пособием в вере. Посмотрим же, что они возвещали и о подобном ли их состоянии события они вспоминали. Ведь кто имеет нужду в ком-нибудь и намеревается просить его, тот на основании оказанной другим милости может просить подобного и себе. Я разумею следующее. Например, если какой-нибудь слуга просит у нас подарка и говорит, что и другой получил такой же подарок, то он представляет великое право получить и ему тоже, если только пример не окажется недостаточным по несходству. Разумея несходство или в лице, или в предмете. И если получивший таков же, каков и просящий, и просимое сходно, то пример действителен. Если же первый имел право на получение, а последний нет, то нужно усилить просьбу. Впрочем, необходимо пояснить сказанное мной из Писаний. Жена Хананейская, услышав, что нехорошо отнять хлеб у детей и бросить псам, сказала ей: «Так, Господи, ибо и псы едят крошки, падающие со стола господ своих». И Павел в одном послании говорит: «Если иные имеют у вас власть, то более мы», доказывая здесь превосходством лица большее право. Также в послании к Филимону он говорит, Филимон, 7-8 стих: «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, и потому что тобою, брат, успокоены сердца святых, посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно. По любви лучше прошу никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Здесь пример равного. Когда кто-нибудь получает первый, то он как бы отверзает дверь второму, если намеревающийся просить, будет подобен ему или станет просить того же самого. И не только от благодеяний, оказанных другим, но и от благодеяний, прежде оказанных самим нам. Просьба наша часто получает силу. Так поступает и Павел, когда в послании к филиппийцам говорит: «Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». Филиппийцам 4:16. Вот почему многие подавают что-нибудь, многим приказывают, чтобы они не говорили об этом другим, дабы милость, оказанная одному, не побудила многих просить подавшего.
подавший однажды уже как бы не имеет никакой возможности уклониться от подаяния и другим. Люди дают такое приказание, конечно, потому, что они от подаяния становятся беднее. А Бог, напротив, возвещает и провозглашает о том, что подает одним, чтобы и другим доставить повод также просить его, потому что от подаяния еще более открывается его богатство. Поэтому Павел и говорит: «Богатый во всех и над всеми призывающими его». Видишь ли новое свойство богатства его? Подражай и ты такому щедролюбию. Если ты будешь таким образом издерживать сберегаемое богатство, то еще более умножишь его, а если зароешь его, то еще более уменьшишь. И удивительно ли, что так случается с предметами духовными, когда тоже бывает и с вещественными? Кто, жалея пшеницу, оставит ее лежать дома и не разбросает по нивам, тот отдаст ее на съедение червям. А кто посеет, тот устроит обильную жатву. 167. Послушайте вы, которые ленитесь подавать милостыню, послушайте вы, которые уменьшаете свое богатство сбережением его, послушайте вы, которые находитесь в положении нисколько не лучшим обогащающихся во сне. Подлинно, все настоящее нисколько не лучше сновидения. Как те, которые грезят во сне, будто они обладают богатством, хотя бы казались обладателями царских сокровищ. С наступлением дня бывает беднее всех. Так и тот, кто из настоящей жизни не может ничего принести туда, будет беднее всех, хотя бы здесь обладал всем, потому что он богат только во сне. Поэтому, если ты хочешь показать мне человека богатого, то покажи тогда, когда наступит день, в который мы отойдем в Отечество. А теперь я не могу отличить богатого от бедного, потому что здесь, в этих вещах, нет истины, а чаще только приятные и благозвучные названия. Как слепых многие называют многовидящими, но предмет не соответствует имени, а напротив, они-то суть ничего не видящие. Так и названия богатых здесь приписываются, по моему мнению, тем, которые ничего не приобрели себе там. Кто богат здесь, о том особенно я думаю, что он беден. Потому что если бы он не был очень бедным, то не был бы очень богатым. Как слепого, если бы он не был совершенно слепым, не называли бы многовидящим. Так точно нужно рассуждать и здесь. Итак, оставив обольстительные названия, будем искать истинных вещей. Вещи состоят не в названиях, но от свойств вещей происходит название, сообразно с их качествами. Такого-то называют богатым, но на самом деле он не богат. Как не богат, когда у него много и серебра, и золота, драгоценных камней, и золотых одежд, и все прочее у него в изобилии. Не богат, потому что ни золото, ни одежда, ни деньги, но милостыня делает человека богатым. А все это трава, хворост и солома. Какая, скажи мне, одежда может там прикрыть того, кто будет стоять нагим пред страшным судилищем? Страшась этого, и Павел говорит: «Только бы и одетыми нам не оказаться раздетыми». Какие деньги могут выкупить того, кто находится в такой опасности? Какие слуги могут защитить обреченного на такое наказание господина? Какие домы? Какие драгоценные камни? Какие бани могут смыть нечистоту, происходящую от грехов? Да коли вы будете обольщать себя, да коли вы будете взирать не на истину вещей, а увлекаться сновидениями, тогда как суд уже близок и при дверях. Впрочем, обратимся к нашему предмету. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал в одни их, в одни древние. Можно разуметь это изречение и в отношении к нам, в переносном смысле. Если им возвестили отцы, то и нам божественная благодать наитием духа даровала подобное тому, что познали они. Как же можно разуметь эти слова в переносном смысле? Относя их к действиям новой благодати, к тому, что мы возведены на небо, что мы удостоились царства, что Бог сделался человеком, разрушив средостение ограды. Но обратимся к повествованию. Делах, которых мы слышали, которые ты совершил в одни их, в одни древние. Пророк воспоминает о некоторых древних событиях, говоря о древних делах,
Почему же он не вспоминает о чем-нибудь новом и недавнем? Потому что о недавнем мы по справедливости рассказываем людям и этим убеждаем их, так как у них слабая память. Но Богу все одинаково известно, как древнее, так и новое. Вот, Господи, говорит псалмопевец, ты познал последнее и древнее. Для него нет никакого различия, скажет ли кто о древнем событии или о новом, только бы это соответствовало предмету. О каком же древнем событии хочет сказать пророк? Послушаем. Ты рукой твоей истребил народы, а их насадил, породил племена и изгнал их. Знаете ли, о какой говорит он войне, о какой победе, о каком трофее? Или еще имеете нужду в нашем объяснении? Многие, я думаю, уже поняли сказанное, но для незнающих необходимо и нам прибавить нечто. О каких же трофеях вспоминает он? О каких делах? О тех, которые были в Египте, в пустыне, в земле обетованной, особенно о бывших при самом обетовании. Не те, которые вышли из Египта, достигли Палестины. Все те пали в пустыне. Когда же потомки, их воспитанные в пустыне, вступили в Палестину, то они, говорит, не нуждались в оружии. Но одними кликами своими брали города, перешедшие Иордан. Первый встретившимся и город Иерихон они разрушили, так сказать, более ликуя, нежели воюя. Взявши оружие, они вышли как бы не на битву, но на празднество и ликование, облегшись оружием более для украшения, нежели для обороны, и надевши священные одежды, с предшествовавшими войску левитами окружили стену города. Нужно было видеть это дивное и необыкновенное зрелище, как столько тысяч воинов шли в стройном порядке, с великой тишиной и благочинием, как будто бы не было никакого врага, и согласными звуками труб совершали все. Да устыдятся те, которые производят шум в церкви. Если там, где звучали трубы, были такое благочиние, то какое прощение могут получить те, которые своим шумом препятствуют слушать там, где говорит сам Бог? Но почему, скажешь, пророк не упомянул о вышедших из Египта? Потому что они все пали. Потому что они подверглись наказанию. А за что они все погибли? За то, что тяжко согрешили. Притом через это Бог устроил и то, чтобы имевшие занять Палестину не видали египетских зол, суеверия и всякого нечестия, и не имели никого учителем этого нечестия. Они были так привязаны, так пленены обычаями египтян, что даже в пустыне после стольких чудес не очистились от остатков заблуждения. А если бы еще они взяли себе в учителей хананеев, которые были хуже египтян, то до чего не дошло бы их нечестие. Поэтому Бог и удержал евреев в пустыне до тех пор, пока родившиеся от них потомки не достигли возмужалости. 170. Это мы говорим не сами от себя, но заимствуя из Писания. Так через пророка Иезекииля Бог укоряет евреев за то, что они не слушали его, когда он вывел их в пустыне и многократно беседовал с ними. Иезекииля 20:13. Но для чего он повелел им взять оружие, когда они должны были приступить к Иерихону? Кажется, было бы удивительно, если бы они сделали это без оружия. Вообще, когда в таких случаях он повелевал делать что-нибудь человеческое и брать в помощь что-нибудь чувственное, то это делал по снисхождению к их немощи. Что могло сделать их вооружение для разрушения стены? Что звук труб? Если бы им предстояло нападение на людей, то можно было бы придавать некоторое значение и оружию. Но когда надлежало разрушить стену, то для чего они облекаются в оружие? Также при Гедеоне взятые на войну были таковы же, как и невзятые, потому что они были на виду. Для чего же это делается? Для того, чтобы привести к вере тех, которым даются такие повеления. Душу, прилепившуюся к телу, никогда не видавшую ничего бестелесного и погрязшую в чувственность, надлежало возводить к невидимому посредством видимого. Потому и пророкам в беседе о Боге нужно было упоминать человеческие члены, не потому, чтобы они представляли нетленное существо под видом этих членов, но чтобы душу, преданную чувственности посредством человеческого, научить предметам выше человеческим. Так как божественная деятельность есть нечто мыслимое, то дабы тогдашние люди не остались в неверии,
Бог превосокупляет и нечто чувственное. Если бы он сказал им: «В 7 дней город разрушится, между тем, как вы будете оставаться в покое и ничего не делать», то, может быть, многие не поверили бы. Теперь же он прилагает эти повеления как бы некоторую опору для ума человеческого. А чтобы вы не подумали, будто сказано ясыка догадка, я хочу рассказать вам одно древнее событие, доказывающее справедливость слов моих. Был некто Нейман, сириянин, этот человек, подвергшись проказе и стыдясь такой болезни, как бы находясь в величайшей опасности, отправляется в Палестину. Будем кратко рассказывать, желая получить исцеление болезни от пророка Елисея. Прибыв туда и став у дверей этого мужа, он звал к себе целителя. Тот, хотя выслушал его, но не вышел, а послал к нему повеление омыться в реке Иордане. Так как повеление было легкое, заключало в себе много чувственного и не требовало глубокого размышления, то Нейман не поверил, но что сказал: «Я думал, — сказал он, — что вот он выйдет, встанет и возложит руку свою, призовет имя Бога своего и очистит от проказы». Видишь ли, как душа его нуждалась в каком-нибудь чувственном знаке. Думать, что повеление целителя недостаточно, а нужна еще рука его, это следствие немощи исцеляемого. Здесь мы находим разрешение на многое другое. Потому и Христос не всегда исцелял словом, но и рукою. Он возлагал руку на уста и на язык, и таким образом исцелял приходящих, хотя иногда одним словом, а иногда хотением совершал все. Почему же он делал это? По немощи приходящих. А чтобы ты был уверен, что это делалось по их немощи, он хвалил тех, которые не имели нужды в таких действиях. «Истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры», сказал он, когда сотник не приглашал его идти в дом свой, и говорил, что достаточно одного его повеления. «Потому и для Иезекии ничего такого не было сделано, а дано одно только предсказание, и ничего человеческого не прибавлено». 4 Царств 19.7. Но ревновавшему жену свою было назначаемо некоторое чувственное действие. Число 5. Если ты хочешь принимать это в переносном смысле, потому что все сие, говорит апостол, были образы, а написано же это в наставлении нам, достигших последних веков, 1 Коринфянам 10.11, то представь превосходным учителей церкви, употребляющих слово вместо трубы и разрушающих стены противников и народы, вооруженные всеоружием Иисусовым. А седьмеричное число дней предуказывает нам разрушение покоя субботы, потому что прежде не были предписаны такие заповеди закона. Поэтому о жертвах Бог и говорит так: «Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Исаия 1.12. И еще: «Обеты и мясо священное не помогут тебе, когда делаешь зло». Иеремия 11.15. «Приносили ли вы мне за колени и жертвы в течение 40 лет?» Амоса 5.25. И еще: «Для чего мне ладан, который из Савы, благовонный тростник из дальней стороны?» Иеремия 6.20. Еще: «Жертвы и приношения ты не восхотел». 39.7. И еще: «Всесожжение и жертвы желает Бог боли или послушание Ему». 1 Царств 15.22. И еще: «Жертвы ты не восхотел, я дал бы». Псалом 50.18. Еще: «Послушание дороже жертвы». Также, отвергая праздники, Бог говорит: «Ненавидит душа праздники ваши. Удалите от меня шум песней твоих и звуки гуслей твоих. Я не буду слушать». Амоса 5.21. Еще: «Новомесячи и праздники ваши ненавидит душа моя». Еще: «Не такой пост, который я избрал». Иезекииль говорит: «И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых не могли бы они быть живы». Иезекииля 20.25. Так и здесь разрушает покой субботы. А почему Бог говорит: «Кто требует от рук ваших?» Это решить представляю вам. Разрешить же подобные вопросы вы будете в состоянии тогда, когда будете вести чистую жизнь. Если Корнилия за превосходную жизнь Бог призвал к познанию неизреченных тайн,
и евнуху за усердие чтения даровал и разумение читанного, то тем более вас, уже принявших веру, если вы покажете правую жизнь. Он научит яснейшим образом. Как нечистая жизнь препятствует познанию истины, не мог, говорит Павел, я говорить с вами, как с духовными, ибо если есть среди вас споры и разногласия, Исаия говорит, хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно. Исаия 58:2. Так чистая жизнь и тщательное искание руководят к их познанию. Ищите, говорит Господь, и найдете. Тоже доказывает и притча о просящем хлебов у друга, уже спавшего. Лука 11:5. Потому и Соломон, просивший духовно, получил и то, чего не просил. 3 Царствие 11. Когда же соединятся и усердие, и прошение духовным, и жизнь чистая, то представь, как сделается легким получение, если и одно неотступное усердие само по себе имеет такую силу. Говорю вам, если не даст ему, потому что друг, то по неотступности даст ему. Лука 11:8. Впрочем, обратимся к нашему предмету. Мы слышали о деле, какое ты соделал в одних, в одни древние. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твою, ибо ты благоволил к ним. Смотри, как и точные пророк употребляет выражение. Ты тогда, говорит, не окончил дело только победой и поражением, но простер все дальше, хотя и прежде того противные стороны были неравны, так как одни обладали страною, а другие были пришельцами. Однако произошла такая перемена, что первые были совершенно истреблены, а последние сделались гражданами и обладателями. Поэтому он и говорит о первых. «Рука твоя, рукой твоей ты истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их». Рукой он называет силу его. «Если же тех, которые пришли отвне, и не имели ни города, ни дома, ни места, куда бы направиться и где бы пристать, он так скоро показал сильнейшими туземных жителей, то тем более, говорит пророк, он не презрит нас, изгнанных из Отечества». Что значит «насадил»? «Ты утвердил, потому что насажденный бывает твердым и неподвижным. Но скажешь, разве евреи не были переселяемы? Разве не были отводимы в чужие страны?» Да, были отводимы, но не по слабости поселившего их, а вследствие порочности насажденных. Если бы собственные их дела не были причиной, то ничто не препятствовало бы им оставаться дома. Ибо не мечом своим приобрели они землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница. Некоторые говорят, что это сказано об египтянах, но мне кажется, что это сказано и о тех язычниках. И последних он подверг наказанию, показав силу свою, и в том, и в другом, и в истреблении врагов, и в утверждении своих. И не мечом своим они наследовали землю. Правда, они побеждали на войнах, будучи все вооружены. Они были вооружены, но это было делом не оружия, а Бога, который предводительствовал ими. Видишь ли, как пророк под видом молитвы дает совет, увещевая возлагать все на Бога. А почему он называет это наследием отцов, дедов, прадедов, так как они не владели этой землей, но скончались в другое время? Потому что обетование дано было отцам. «Иди, — сказано было Аврааму, — в землю, которую покажу тебе. Тебе даю землю и семени твоему». Сказав «десница и мышца», употребил такие чувственные выражения. Смотри, как пророк возвышает речь, присовокупляя далее. «Десница твоя и мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». То есть защищение, промышление. Для них достаточно было и того только, чтобы он восхотел, чтобы находился с ними. Потом приводится и причина. «Ибо ты благоволил к ним». То есть потому, что ты возлюбил их, потому что ты восхотел. Таким образом, успехи их были делом благодати, а не заслуг. И не за свои добродетели они получили это, а по человеколюбию Божию. Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову. Какая здесь связь речи? Великая в отношении к вышесказанному. Смысл слов его следующий. Мы потомки тех отцов, и ты тот же Бог, совершающий и тогда, и ныне. Откуда же такая перемена?
подлинно, не иной Бог тот, а иной ты, но один и тот же ты. 174. И как ты один и тот же, так и я не признаю себе иного Бога, но ты царь мой и Бог мой. Мы не отступили от твоей власти, не признали иного защитника. Даруй спасение Иакову. Ты тот же. То есть и Бог тот же, и промышление тоже. А чего же перемена обстоятельств? Что значит заповеди, спасение? Повелевающий и заповедующий спасаться Иакову. Здесь он опять представляет легкость помощи и величие власти Божией. И не напрасно упоминает о прародителе, но вместо своего права указывает на его добродетель, желая преклонить Бога. «С тобою избодаем рогами врагов наших, во имя твое попрем ногами восстающих на нас. И ты тот же, говорит, и промышление тоже, и мы призываем тебя же и употребляем тоже оружие». Таков смысл слов «с тобою избодаем рогами врагов наших». «Что, — продолжает он, — я говорю о тебе, — довольно только призвать имя твое, и все совершится с отличным успехом. Не сказал «победим» или «преодолеем», но «избодаем». Не будем, — говорит, — считать их за что-нибудь и не устрашимся, но будем преследовать их, как ничего не значащих». Тоже выражает и другой переводчик, говоря «попрем ногами», указывая на могущественную победу, на сражение без труда, на борьбу без страха. «Во имя твое попрем ногами, ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня». Почему же употребляешь их? Почему вооружаешься? Почему берешь лук и меч? Потому что так повелел Бог. Поэтому я, хотя употребляю их, но все возлагаю на Него. Так обыкновенно сражаются с видимыми врагами те, которые ограждаются мышцей и вышней помощью, так и с невидимыми. Так и ты, когда противишься дьяволу, говори: «Не на оружие свое полагаюсь», то есть не на свою силу, не на свои добродетели, но на милость Божию. Так и Даниил говорил: «Не на правду нашу мы надеемся, но повергаем моление наше пред тобою». Даниила 9:18. «Спас нас», говорит он, «спасешь от всех врагов наших и посрамишь ненавидящих нас». Для чего его приводит древние и бывшие с предками? «Мы сами имеем много залогов твоего промышления и можем исчислить славные трофеи, непрерывные победы, дивные и необыкновенные. Поэтому и сказал: но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас». То есть ты не просто избавил нас, не просто исхитил, но со стыдом для нападающих на нас. «А Боге похвалимся всякий день, и имя твое будем прославлять вовек». «Победа прошла, — говорит, — а благодарность в нас остается». «Весь день, здесь, разумеет, всю жизнь, мы не перестанем воспевать тебя и хвалиться твоей помощью. Это наша слава, это наша похвала. Этим мы превозносимся перед всеми. Не тем, что мы имеем великий и дивный город, не тем, что первые одерживаем победы, не тем, что превосходим других телесной силою, но тем, что имеем истинного Бога. Этим мы будем хвалиться не только тогда, когда ты помогаешь нам, но и когда оставляешь нас». Вот что означают слова «весь день будем прославлять имя твое вовек». Подобным образом и Павел говорит: «Я же не желаю хвалиться только крестом Христа». Галатам 6:14. «Нет, подлинно нет другой такой славы». Вот почему еще он и говорит: «Не только сим, но хвалимся и Богом». Римлянам 5:11. «Ничто не может сравниться с такой похвалою. Итак, пусть никто не гордится богатством, никто чем-нибудь житейским, но только тем, что он имеет Бога своим владыкою. Это лучше всякой свободы, это превосходней самых небес. Если называться по имени такого-то и такого-то между людьми, часто составляет славу, то представь, какую составляет славу называться Божьим». Поэтому и Павел вменяет это великое достоинство, когда говорит: «А которые Христовы те распяли плоть со страстями и похотями». За отвержением тотчас следует посрамление и опасность. Терпеть от всех бедствия,
Силами пророк называет свои войска, так как в них заключается сила царя. По премудрому устроению Божию, чтобы был союз между начальником и подчиненными. Царь имеет нужду в подчиненных, а они в начальнике, так что они много содействуют друг другу, чтобы не было гордости. Бог устроил так, что великое часто имеет нужду в малом. Это сделал он и с неодушевленными предметами, так иногда колеблющийся столб поддерживается положенным под него камушком. Тяжело нагруженный корабль управляется малым рулем и избавляется от опасности. Что здесь означает? Но ныне ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Смотри, как говорит он о тяжелых бедствиях, и как прискорбными чертами изображает несчастье, показывает, что и враги, хотя бы были они великими грешниками, однако потерпели достаточное наказание. 176. Тоже с преизбытком делали и отроки в печи, которые воспевали тогда и говорили: «Предал нас в руки врагов беззаконных, мерзких, отступников и царю неправедному и злейшему на всей земле». Даниила 3.32. Еще: «Мы умалены более всех народов и унижены на всей земле». Это самое здесь выражает пророк. И как бы так говорит: «Мы сделали с презрением всех, так как лишены твоего промышления. И даже этим не кончились наши бедствия. Но мы сделали с добычей врагов, которые разделяют нас по своему произволу». Таков смысл слов. «Обратил нас в бегство от врага, ненавидящие нас грабят нас». Что значит «отдал как овец»? То есть сделал нас удобно уловимыми, показал малозначащими. Есть овцы племенные, годные для приплода. Есть и другие, которые по старости или неплодству годны только на сидение. Но хуже всего то, что они были рассеяны между язычниками. Это было для них всего тяжелее, потому что там они не могли с точностью соблюдать закон и были удалены от отеческих обычаев, и притом рассеяны не между одним народом, но везде. Так что мы, говорит, способны только к одному – тяжко страдать, а мстить или противиться не можем. Это выражает сравнением с овцами: «Без выгоды ты продал народ твой и не возвысил цены его». Сказанное представляется весьма неясным, но будьте внимательны, чтобы вам петь это с разумением. Что же означает сказанное? Пророк представляет их незначительность и ничтожность. «Ты, — говорит, — оставил нас, как людей, ничего не стоящих, как малоценных и презренных». Он говорит это согласно человеческим обыкновениям. «У нас есть обычай — вещи незначительные и маловажные отдавать и без цены. Отдавая то, что мы считаем важным, мы отдаем за большую цену, а то, что считаем неважным, мы отдаем и даром. Например, негодный слуг иные отдают за полцены, а другие не берут за них ничего. Если уступить за малую цену, значит показать маловажность продаваемого, то тем более не брать цены. Это и говорит пророк, как если бы кто-нибудь отступился от своей собственности без всякой цены, так и ты сам оставил нас, как бы ничего не стоящих, совершенно презрел нас». Тоже выражает он и далее: «Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас». Продажа есть обмен, так мы часто отдаем раба и получаем за него серебро или золото. «Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками». Тяжко и невыносимо наказание быть поругание, особенно у нечестивых. Терпеть это от врагов, видеть вокруг себя поносителей, быть окруженным со всех сторон злословящими. Что значит притчи? Толки, осмеяния. Вокруг них были люди злонамеренные и бесчувственные, которые не только не жалели их, но и порицали, что особенно огорчало их. Здесь он разумеет, мне кажется, аравитян, обитавших в соседстве с ними. «Сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками». Или то, говорит он, «ты переселил нас», или под видом кивания головой представляет неистовство чрезмерно радующегося врага. «Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое». Стих 16.
так как они всегда и постоянно наслаждались благоденствием, побеждали врагов, то все отверзли уста, когда они пали, были низвержены и не могли найти покоя, но терпели непрерывные мучения. Всякий день посрамление мое предо мной, и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителей, клеветника, от взоров врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Мы, говорит, поступили не так, как другие. Другие прежде бедствий падали, а мы и после бедствий остались непреклонными в душе. Это говорят они для того, чтобы внушить благую надежду бывшим с ними. Даниил и три отрока говорили, согрешили, в беззакониях жили. А они говорят, неправду совершили в законе твоем. Если, говорит, мы потерпели величайшее бедствие, этим они ободряли души соратников. Если мы происходим от предков, получивших великие благодеяния, если в несчастьях мы не отступили от Бога, то у нас есть великая надежда на спасение. 178. Таким образом, что говорил я в начале, то скажу и теперь. Под видом молитвы они ободряют души братьев и как бы говорят им, почему вы отчаетесь в спасении? Мы имеем Бога защитником нашим. Если в чем-нибудь мы и согрешили, то получили достаточное наказание. В искушениях мы стояли мужественно. Нами предводительствует тот, кто постоянно печется даже о грешниках. Поэтому, без сомнения, нам должно ожидать доброго конца. Что же значит? Все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Значит, не поступали неправо касательно того, что нам вверено, но соблюдали в точности. Подлинно, величайшая неправда нарушает закон, который мстит за нас, который не попускает терпеть нам обиды от ближних и препятствует беззаконию. Быть неблагодарным к тому, кто доставляет столько благ. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего. Здесь пророк говорит то же, что сказал прежде, то есть, что они при такой буре зол немало не поколебались. Хорошо сказал он это. Как закон ведет вперед, так беззаконие обращает назад. И как закон повелевает идти прямым путем, так беззаконие совращает человека на пустынный и непроходимый путь. Путем он называет здесь закон. А слова «не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего» не уклонились. В еврейском читается таким переводом. Если кто хочет толковать их по 70 толковникам, а не по другим, то слова «уклонились, не уклонились стези наши от пути твоего» значит «ты удалил нас от храма твоего и попустил в чужой стране, что препятствовало совершению богослужения. Когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною». Это противоположение, кажется, мне относится к вышесказанным словам, в которых описывается бедствие, где он говорит «всякий день посрамление мое предо мной, и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителей, клеветника, от взоров врага и мстителя». Если же относить это к словам, что мы не уклонились от заповедей твоих, не отступило назад сердце наше, то здесь есть соответствие с той мыслью, которую мы высказали. Он объясняет, как Бог уклонил их от путей их, то есть от отечества и законов, удалив их в места пустынные и оставив между врагами. Это и значит слова «покрыл нас тени смертные», то есть опасности, производящие смерть, которым близка смерть, которые Писание называет также муками смертными, вратами адовыми. «Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца?» Это свойственно признательным рабам, не оставлять служение Господину даже среди тяжких страданий. Это уроки любомудрия. Здесь они научают и слушателей не лицемерить, но служить Богу от всего сердца. Он знает тайны сердца. Это говорят они, устрашая слушателей, чтобы они не помышляли ничего недостойного Бога. Посмотри и на величие добродетели, потому что далее пророк говорит так.
Но за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Великое дело не оставлять служение Богу и не уклоняться к другому. Но гораздо важнее при непрестанных смертных мучениях и ежедневных опасностях сохранять такую любовь к Нему. Представь, как велик этот вид любомудрия, когда и Павел указывает на него, исчисляя в послании к Римлянам множество апостольских опасностей. 86. Каких же венцов достойны они, являясь в Ветхом Завете, достигшими меры новозаветных подвигов? Как Павел говорит, во все дни умираю. 1 Коринфянам 15:31. Так и они не на опыте, не на деле, но в душе. Почему они говорят, ради тебя? Нам можно бы, говорят они, отступить, оставить отеческие уставы и быть в безопасности. Но мы решились лучше тяжко страдать и хранить отеческие обычаи, нежели наслаждаться миром, отступив от законов отеческих. Но за тебя он решляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Так легко, говорят враги, истребляет нас. Здесь выражается и покорность их. Несмотря на то, что находимся в таком опасном положении, мы остаемся непреклонными в душе. Здесь справедливо можно также удивляться силе Божией, которая, находящаяся в таком положении, как овцы за колени, сохранила и умирающих каждый день не допустила подвергнуться смерти. «Восстань, что спишь, Господи! Пробудись, не отринь навсегда!» Смысл этих слов следующий. Ты можешь прекратить бедствие, потому что они происходят не по бессилию твоему, а по пущению. Под сном здесь, разумеется, покой, под восстанием отмщение, под лицом защиты, промышления, попечение, помощь. Для чего ты скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Посмотри опять, какое любомудрие. Не сказано «наши подвиги», не сказано «непоколебимость мыслей», не сказано «испытанные в искушениях душу». На это они указывают тогда, когда оправдывают себя. А когда ищут помощи, тогда просят спасения, указывая, на что они обречены. Так, как говорится, они уже наказаны, так как уже крайне пострадали. То же часто делает и Павел, и другие пророки. Притом они говорили это еще не зная ничего, ни о гиене, ни о царстве, и не будучи научены такому любомудрию, и между тем переносились все легко. Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильпнула к земле. Сказав, забываешь нищету нашу, то есть огорчение, говорят потом, в чем состоит их огорчение. Смысл этих слов следующий. Мы погибли. Мы погребены. Положение наше нисколько не лучше положения мертвых. По справедливости можно сказать и о тех, которые привязаны душою к настоящему, что они также дошли до сперсти, и о тех, которые преданы чревоугодию, что прилипли к земли утроба их. Действительно, кто предан земной любви, прилепился к праху, и бестелесную силу, находящуюся в нем, поработил пеплу, о том справедливо можно сказать, что он находится в таком положении. В самом деле, что иное телесная красота, как не земля и прах, или даже еще хуже того, если не веришь, то загляни в человеческие гробы и увидишь там прах и пепел. Когда лицо лишается настоящей жизни, тогда оно и оказывается тем, что есть, и даже еще прежде смерти. Когда настанет старость, когда поразит болезнь, и тогда можешь видеть то же явление, потому что это прах. Но Бог, как мудрый художник, из ничтожного вещества создал превосходную красоту не для того, чтобы ты предавался прелюбодеянию, но чтобы показать тебе свою премудрость. Поэтому не оскорбляй художника, и дело премудрости его не обращай в предмет распутства и прелюбодеяния. Удивляйся красоте, но столько, чтобы прославлять художника, а далее не простирайся, чтобы не возбуждать своей страсти. Прекрасно создание, поэтому тебе должно поклоняться Создателю, а не оскорблять его. Скажи мне, если бы кто-нибудь взял золотую статую или изображение царя, осквернил их грязью или чем-нибудь другим подобным, то не подвергся ли бы он крайнему наказанию? Если же поступающий неуважительно с вещами человеческими подвергается такому наказанию, то чему подвергнется поступающий бесчестно с творением Божиим, особенно если делающий это имеет собственную жену,
не указывай мне на естественные пожелания. Для того и дозволен брак, чтобы ты не выходил за свои пределы. Смотри, какого ты будешь достоин наказания. Бог позаботился о твоем спокойствии и о твоей чести, чтобы ты укрощал естественное раздражение при помощи жены и делал это с безопасностью и не подвергаясь никакому бесчестию. А ты по воздержанию оскорбляешь того, кто столько промышляет о тебе. Скажи мне, если бы он не благоволил законом дозволить брак, то какое ты терпел бы насилие, какое мучение? Поэтому тебе следовало бы благодарить и славословить его, что он сократил для тебя затруднения, даровав немалое утешение. А ты неблагодарно оскорбляешь его, забываешь стыд, приступаешь установленные пределы и посрамляешь свою честь. Разве ты не слышишь, что говорит Павел, ныне громко вещая всем? Убегайте блудодеяния. Или лучше сам Христос, управлявший его душою. Для чего ты занимаешься чужою красотою? Для чего засматриваешься не на твое лицо? Для чего стремишься в пропасть? Для чего ввергаешь себя в сети? Ограждай свои глаза, прикрывай свое зрение, положи закон очам своим, послушай Христа, который, угрожая, поставляет бесстыдный взгляд наравне с прелюбодеянием. Что польза в удовольствии, если оно рождает червей, если подвергает предающегося ему непрестанному страху вечному мучению? Не гораздо ли лучше, немного воздержав силу своих помыслов, подобиться вечной радости, нежели за малое удовлетворение порочных пожеланий мучиться бесконечно? Нет, чада, не так делайте, не хороша молва, которую слышу о вас. 1 Царств 2:24. Знаю, что слова мои относятся только к некоторым, а не ко всем. Но где они найдут рану, там пусть прилагает и врачество. Для чего ты оскорбляешь брак? Для чего оскверняешь ложе? Для чего причиняешь вред своему сочлену? Для чего унижаешь свою честь? Отсеки страсть, истреби сластолюбие. Сластолюбие и пьянство — суть источники прелюбодеяния. Если ты не будешь пользоваться удовольствием, как должно, то оно причинит тебе скорбь. Послушай, что потерпели иудеи, когда прелюбодействовали, не приобщаясь тела Христова, не вкушая духовной трапезы. «Не будем блудодействовать, — говорит апостол, — как некоторые из них блудодействовали, и погибло в один день 23 тысячи» — 1 Коринфянам 10:8. «Воскресни, Господи! Помоги нам! Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей!» Смотри, чем они заключили свою речь. После бесчисленных своих подвигов, откуда они ожидают спасения? «От милости, от человеколюбия». «Ради имени Божия». Что значит «имени Твоего ради»? Они говорят так, дабы не нарушить того, что сам он часто говорил: «Я творю ради имени моего». Видишь ли, смиренно мудрые и сокрушенное сердце. Откуда они ожидают себе спасения? От человеколюбия, от милости. Как бы не имея заслуг, как бы не имея никакого права на спасение, а между тем изобилуя трудами и опасностями, они возлагали все на Бога. Будем же и мы, находящиеся под благодатью, подражать им и воздавать славу Богу, которому слава во веки веков. Аминь.